Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале. И сегодня мини-пикничок вот такой. Сосиски на костре. Сосиски, сардельки с сыром. Вот дядя Жора. Дядя Жора, подписчикам лайк. Привет! Жора тяжело дышит, так как тоже хочет сосиску. Значит, что я использовал? Тут рядышком вот стояла вот такая дичка. У меня не было шампура. Это либо яблоня, либо груша. И я вот срезал ветку. И вот их сюда, так сказать, нашампурил. Вот такой красивый цвет, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки. С вами, как всегда, Перекупщик.